Автобус дальше не идет. Маршрут 15/4 сократили. Теперь конечный пункт не в Богородском, как раньше, а в местечке Лесное. Контракт с перевозчиком завершен, а по законодательству муниципальный маршрут за пределы города выезжать не может. Богородский уже район. Выхода было два – переводить маршрут в межмуниципальные и отдавать на контроль в дорожный департамент, либо умещать его в черты города. Пока власти выбрали второй вариант. В настоящий момент на село Богородское у нас работают маршруты 109 и 144, работают в количестве 20 машин. Я думаю, департамент изучит ситуацию, которая связана с транспортным обеспечением жителей села Богородское, и примет решение. Определенные жалобы поступают в комитет по транспорту и связи. Наряду с этим мы получаем и благодарности за сохранение данного маршрута. Маршрут 15/4 следует от Торфяного переулка. На линии работает 9 автобусов большой вместимости. Жители, как и перевозчик, заинтересованы в том, чтобы конечная точка располагалась в Богородском. Пассажиропоток на маршруте 15/4 достаточно устойчивый. Сейчас вот мы видели буквально полчаса, кадр был, что подъезжает маршрутное такси, поскольку местечко Лесное обслуживается исключительно Фордами и Пежо, и подъехал автобус. Часть пассажиров уже с первого дня разделилась. Мама с ребенком в коляске выбрала, естественно, автобус пас. Специалисты департамента дорожного хозяйства просчитали пассажиропоток и определили, что 109 и 144 маршруты полностью удовлетворяют потребностям ивановцев. Только 7% жителей Богородского ежедневно использовали автобусы маршрута 15/4. Тем не менее, в департаменте разрабатывают новый маршрут – 154-й – из областного центра в деревню Бяково Ивановского района через село Богородское. Решается вопрос организации разворотного кольца. В ближайшее время будет объявлен конкурс на маршрут. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.